Здравствуйте, мои неимоверные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, на что вам стоит обратить свое внимание. Обратите внимание на то, что вы как-то закрываетесь от человека горячего, страстного, огненного, который буквально входит в вашу жизнь, либо же войдет в самом скором времени, потому как у Вселенной нет вчера, сегодня, завтра, здесь есть последнее время. Да-да-да-да-да, девчоночки. Поэтому не нужно отстраняться, этот человек принесет определенные перемены, но у вас будет какое-то сомнение, стоит ли его пускать, открывать, да, ли ему как бы ворота в мою жизнь. Будете в подвешенном состоянии находиться и даже будете как-то закрываться, но не стоит, не стоит, потому как этот человек еще и ваше желание какое-то исполнит, да, девчоночки? Поэтому не стоит ограничиваться, не стоит самой себя будто бы, знаете, заводить в состояние неизвестности. Откройте, откройте свою душу, откройте свое сердце, и ситуация изменится в самую наилучшую сторону. Ставьте лайк для исполнения, пишите «принимаем», «благодарю», подписывайтесь на мой канал.